ребятки, всем доброе-предоброе утро, точнее, добрый день уже. Я давно проснулась, Ваня уехал заниматься, делать работу с одногруппниками, сдавать ее. А я пытаюсь включить компьютер, но у меня почему-то не получается, не знаю, придется монтировать на ноутбуке. Я дело в том, что отсняла видео, бьюти, наконец-таки, потому что так уже давно не снимала на бьюти-канал, и нужно было, и хотелось, было желание. Слушайте, а куда я компьютер унесла? Я ноутбук не могу найти. Так, подожди, Катя, сосредоточься. Ваня, наверное, забрал ноутбук. Блин, и как мне включить компьютер? Может, нужно нажать вот сюда? Блин, ладно, сейчас буду звонить, писать Ване. Вот, надо чайник поставить. Что-то я захотела чаю. Чаю, все, чайник кипятится. Отсняла видео, знаете, я думала, вот, сейчас спокойненько отсниму видео, пока наши соседи и дети вроде спят. Еще что-нибудь, в общем, ой, на улице сегодня пасмурно, так холодно. Так вот, и эта засранка, как только я начала снимать, она начала орать. Мяу-мяу, мяу-мяу, чего хотела эта девочка? Специально мне не давала снимать, да? Да, моя девочка, я тебя люблю, моя хорошая, моя лапулечка. Ладно, отдыхай. Я пошла делать, я зеркало сюда перенесла. Ку-ку, мне просто для съемки нужно было зеркало. И вот я его перенесла сюда. Ладно. Мне еще сегодня нужно помыть изголовье. А еще мне сегодня нужно сделать уроки. А еще мне сегодня нужно смонтировать видео. А еще мне куча дел. Я думала еще сегодня в магазин сходить, но я, наверное, в магазин сегодня уже не пойду. Не знаю, мне еще кучу всего нужно сделать. И идти в магазин. Знаете, что я тут попиваю? Я попиваю ничаек. Я попиваю растворимый кофе. Одну упаковочку я уже сегодня выпила. Сейчас буду пить другую, кстати. Нормальное кофе. Знаете, я когда пью это растворимое кофе, мне напоминает Украину, когда я ездила вот в мае месяце домой. Вот когда с сестренкой со своей. Кстати, у меня вчера был день рождения. Так что, Алиночка, с днем рождения тебя. Это моя двоюродная сестра. И мы пили растворимое кофе, и вот это кофе тоже так пахнет. И мне напоминает Украину, и так сестру напоминает, и то, чтобы мы были вместе, такая ностальгия, знаете, было очень приятно. Так что сейчас еще одну упаковочку, последнюю, кстати, выпью. Ура, ребята, у меня включился компьютер! Так что я сейчас буду монтировать видосик, ура! Я уже хотела Ване звонить, думала, блин, что делать? А ничего не делать, нужно Кате просто было на кнопочку нажать и все. Сейчас будем подключать камеру. Так, куда нам надо вот здесь подключать ее. Я на фон включила телевизор, потому что, если честно, так как-то тихо. Поэтому, так, вставила я этот провод или не вставила? Во, все, вставила. Включаем, не, он включается. Включаем, и сейчас нужно здесь... О, Ума, что, будешь со мной видео монтировать, да? Со мной будешь видео монтировать? Ходит за мной по пятам. По пятам ходит! Так. Ребятки, я сейчас буду обедать. Я сварила супчик, дело в том, что, помните, когда делала бешбармак, у меня остался бульон, я сварила супчик с фрикадельками. Вот, Ваня звонил. Сейчас включу свет. Здесь как-то темновато. Ваня звонил, он сейчас пошел с одногруппниками тоже обедать. Вот, и уже вернется вечером, будем вместе ужинать. Вот, а я сейчас буду кушать, обедать супчик вкусный. Собственно, приготовление. Смонтировала я видео, сейчас жду, когда оно выведется, чтобы загрузить его. Такой вот суп у меня получился. С фрикадульками. Вот, так. И включила Симпсоны. Не знаю, я очень люблю Симпсоны. Сейчас буду кушать и смотреть мультики, и потом дальше заниматься остальными делами. Так, где ложка? Ложки у нас здесь. Так что я кушаю. Всем приятного аппетита. Я
сижу здесь, делаю уроки. У меня работают Симпсоны, но я звук выключила, потому что я сижу, читаю. Читаю книгу, и нам задавали на каникулы. Да, нам задавали задание на каникулы. Кошмар. Это младшим классом задают каникулы. Ой, задали на каникулы. Ой, нам вот тоже задали. У нас учительница просто такая вся литературная. Она очень любит читать, писать и заставляет нас всех тоже это любить и этим заниматься. Вот. А к чему это все? У нас каждую неделю есть лектура. Каждую неделю у нас есть 2 часа чтения. То есть один урок мы посвящаем полностью чтению. Мы выбрали сами книги себе, какие нам нравятся, и вот читаем эти книги. И каждый раз, когда мы прочитали какую-то определенную часть, нужно записать это все в тетрадь, то есть вести такой дневник, да, записывать, что понравилось, что не понравилось, свое мнение, свою точку зрения, вот. И на протяжении всех каникул, которые у нас были, нужно было написать 4 раза нужно было почитать книгу, 4 раза нужно было записать в тетради все, что прописано, ну, все, что ты прочитал, твое мнение и так далее. Я ничего не делала, потому что я была вся в переезде, я была в сборке вещей и отдыха, и, в общем, я ничего не сделала, и поэтому я сижу и делаю. Я один уже написала, вот у меня, я выделила мне такая вот тетрадь, я здесь все записываю, то, что нужно, то, что прочитала, в общем, вот один... Как бы один, у меня как бы сама книжка поделена на несколько частей, и я вот одну часть прочитала, написала, одну часть прочитала, написала, и, в общем, я вот одну часть написала, сейчас заварила себе малиновый чай, и мне осталось написать еще 3 части. В общем, я сижу, делаю уроки, потому что завтра уже на учебу выхожу, и сегодня еще хочу пройтись, когда Ваня вернется, пройтись, как тут идти до трена, до моего поезда, чтобы... Как дойти, как доехать, потому что я вообще не знаю, где, как бы по карте знаю, где он находится, но я все-таки хочу попробовать пройтись туда. Вот, так что вот такой вот вечерочек, я занимаюсь уроками, Ваня занимается уроками в университете, ну и тем лучше, потому что когда мы вдвоем дома, мы как-то не получается учить, как-то, ой, давай покушаем, давай попьем чай, давай посмотрим то, давай все, в общем, когда нужно реально срочно делать уроки, то Ваня уезжает в университет с одногруппниками заниматься, а я остаюсь дома в тишине, в одиночестве тоже занимаюсь, и вот уже есть результат, одну часть написала, и еще 3 написать, и следующие задания делать. У меня их немало, если честно, а завтра уже на учебу. Жесть, никогда не буду больше затягивать домашние задания на последний момент, потому что сегодня последний момент, завтра уже все сдавать. Ой, ладно, чай у меня уже заварился, так что приятного мне чтения и чаепития. Всем ку-ку! Ку-ку, что ж ты меня показываешь? Ну, они же тебя не видели целый день. Видели они меня, они тебя не видели целый день. А ладно. Всем привет, я вот... Камеру смотри. Я смотрю на тарелки, хотел про тарелки сказать. Меня сегодня не было 12 часов, да? Да, с 9 до 9. Ну, я даже раньше 9 уехал, позже 9 приехал. Ну, грубо 10 часов меня не было. Вот, мы покушали с Катей, она тут такой супчик сделала. Шурупчик, ну там всякие, смотрите, прячется. У нас так темно, красиво у нас люстра, да? Аж 3. Ни у кого, у кого-то даже одной нет, а у нас их аж 3. И вот так вот, сегодня вот такой день, завтра будет тоже веселый день. Завтра у меня первый день учебы! О, тебе так видно. Видно? Да, чуть-чуть. Будем пить чай, мы покушали суп, докушали. А мы уже докушали суп? Да. Угу. Там остался... Сейчас будем чаёк, да, со чаёк. Всякими вкусняшками пить. Вот видела, здесь мало осталось как этих вкусняшек. Да, нужно доложить там наверху. У нас там наверху склад есть маленький. Вот.
И все. Мы будем... И... Ой, камера чуть не упала. И будем дальше. Катя, ты говорила то, что ты сегодня занималась уроками? Да. Говорила? Ну вот, и я сейчас тоже пришел с уроков и опять буду уроками. Потому что мы завтра сдаем очень важную работу. Чаще смотри в камеру. Это ладно. Ну, надо смотреть в камеру. Правда, ребят? Надо же смотреть в камеру смотреть. Зоя, осторожно. Смотри в камеру. Пума пришла. Пума. Пума, смотри в камеру. Дай мне я. Пума. Дай мне девочку. Пума. Ох, какой она тяжел. Слушайте, пума так откормилась. А че моя? Жердяйка. Она за 5 дней съела 5 килограмм. Неправда. Ничего, она за 5 дней 5 кило не съела. Ой, бай. Мы с ней такие теперь подружки. Ладно. Цепля, будем чай пить. Смотри. Будем чай пить? Да, вижу. У нее даже язык вывалился. Пошли чай. Пошли. Пошли. Ну ты делай. Ну пошли. Ну пошли. Пойдем. Будем пить чай. Я заварила черный чай с карамелью. Вот такой вот. Господи, настраивался. Вот, вот такой вот чай заварили. Боже, как он очень вкусно и приятно пахнет. Я немножечко добавила сюда сладостей. Будем теперь кушать клюкву в сахарной пудре. Одну попробовала. Такое, знаете... Оно как бы хрустящее, а внутри вот оно мягкое, сочное. В общем, такое вкусное, приятное. Я думаю, что оно не закрылось. Это киндер... Ах, все, теперь закрылось. Вот, добавила сюда киндер Буэно. Я люблю вот такие вот крекеры положила, чтобы туда на полку не лезть. И все. И киндер шоколадки еще. Вот то, что мы сейчас будем пить чай с киндер шоколадками. Ваня мне принес ноутбук, так что я сейчас в спальню, вон я, кстати, в зеркале, ку-ку. Сейчас буду монтировать влог. Не хочу за стационарно идти, хочу уже в кроватке, в теплоте, смонтировать влог и ложиться спать, потому что что? Потому что завтра уже на учебу. Завтра Новый год. Так. Кстати, это очень плохо работает, тачпад. Да. Он очень плохо стал работать. Я сегодня пользовался. Вот эта вот кнопка вообще практически не работает. Кстати, он тут что ли упал еще раз? Вмять. Где? Вот, потрогай. Офигеть. Ты что, опять его швырнул куда-то? Не я, нет, и да. Я его вообще никуда не ношу. Да, ты что сломал мой ноутбук? Блин, ну она так галимо работает. Что гудит? Что это? У нас сегодня соседи внизу, которые так скандалили, тетка так орала. Так было страшно вообще. Мы с Пумой чуть попрятались, чуть с ума не сошли. Было страшно. Вон она, кстати, Ваня ее посадил наверх. Ты ждешь, чтобы она спрыгнула на твою спину? Сняли батарею? Что, она слазить не хочет? Ну пусть сидит, она потом сама спрыгнет. Она спрыгнет. Туда. Ну или сразу на кровать. Да. Ну проснемся утром. Кровать, пол провалится. И нашу красивую люстру собьет. Да, и у нас такая красивая люстра. Шикарно. Шикарно, шикарно. Давай слазь. Она гипнотизирует что-то. Я ее должен увидеть. Она не удивляется совсем. Мне камера чуть не упала. Идут мне Идут. Пума!
слазить собираешься? Смотри, есть целая ступенька. Да не хочет она слазить, ей там прекрасно. О, целая ступенька, такого предложения больше не будет. Она тебя игнорирует, не хочет она слазить. Ступенька. Зая. Надо же ее попугать. Зачем? Дает. Самое главное, чтобы она нам ничего не свалила. Так, прекрасно. Ладно, ребятки, буду монтировать влог. Всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Так что всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.